года 3-4 назад, и я был настоящим хулиганом. В детский дом я приехал, я был зашуганным человеком. Но я боялся, у меня сестра старшая, она защищала меня. Если честно, то я обижен на жизнь. Откровенный разговор с главными героями самой масштабной социальной акции этого года «Сердце километры». Все в мире прощается, жизнь продолжается, я просто иду вперед и только вперед. «Сердце километры. Жизнь после проекта». В сентябре в программе «Утро на Енисее». При поддержке компании «Красцветмет».